С начала февраля в России будут проиндексированы не только страховые пенсии, но и ряд социальных выплат. Об этом сегодня на совещании с вице-премьерами заявил Дмитрий Медведев. Глава Кабмина отметила, что деньги на эти цели в бюджете заложены в полном объеме. С 1 февраля они индексируются на фактическую инфляцию прошлого года, то есть на 5,4%. Также будут проиндексированы и ряд социальных гарантий, в том числе выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторых других категорий граждан. С 1 сентября также будет проиндексирован стипендиальный фонд. Деньги на эти цели в бюджете предусмотрены. Общий объем всех выплат по категориям составит порядка 706 миллиардов рублей. Также во время встречи обсудили и меры, принимаемые в борьбе с поддельными лекарствами. В стране, сообщил Медведев, будет введена специальная система маркировки упаковок, пока в тестовом режиме. С помощью специального мобильного приложения она позволит узнать о происхождении приобретаемого препарата. По итогам эксперимента будет принято решение об обязательном нанесении кодов.